Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Clash of Clans. Смотри, в общем, ребята, у нас был корабль, появился на бережку. Я в него сел и попал на новый остров. Я думал, что у меня идет запись, но вовремя посмотрел, оказывается, нет. Но тут, в принципе, только начало. В общем, спит чувачок. О, к нам гости, ура! Ой, откуда ты взялся? Мой дом. Вы его полностью убрали. За это вам полагается экскурсия по деревне. Я главный строитель. Хочешь посмотреть на мое любимое здание? Оно наделяет воинов особыми способностями. И какими же? Ярость открывает. Увеличивает скорость и урон на первые 6 секунд. Нифига себе, ребят. Конечно, нам нужны войска, чтобы выяснить, кто лучший строитель. Используешь воинов? Вождь, здесь пригодятся твои навыки. Невероятно. Если ты можешь сражаться так же хорошо, как и убираться, мы отлично сработаемся. И меня сразу же в бой толкают. Рэй пусть против мастера Джимми. Ну, соответственно. Че, мне всего 3 дали? А, ну тут нету пушек. Да это я понял. Типа берсерки такие стали, да? Ну понятно, тут беззащитную деревню-то фигли не разносить. Всех положим. Все уничтожим. Понятно. Допустим. Да позже. Атака прошла замечательно, вождь. Победы и звезды — это очень важно. Чем больше трофеев мы заработаем, тем выше будет ваша лига. Чем выше лига, тем больше золота мы получаем за каждую звезду. Ура! У меня столько идей, я столько хочу построить. Смотри, а вот мой список. Я всегда записываю сюда свои идеи, но вы здорово знаете свое дело, так что выбирайте сами. Отлично, мы теперь команда. Может, я как-нибудь зайду к вам? Я опять уснул. Вождь, кажется, у нас море работы, и присматривать за нашей деревней тоже нужно. Да, нужно. А зачем мне эта деревня? Вот такой. Тут, кстати, вместо монет, ребят, какие-то вот такие монетки. То есть... Подожди, я не пойму одного. А зачем мне две деревни-то? Что-то как-то не догоняю. Я понимаю, что тут вот это все восстановить надо. Вот эту, наверное, ерунду надо убрать. Так, ребят, напишите в комментах, зачем мне две деревни? Действительно, мне и моей как бы деревни хватает. Еще и тут надо следить. А как, кстати, вернуться мне в мою деревню-то? Ага. Кликнув на лодочку. Так, что у нас тут? Ну, понятно, что мне тут... Бомбашили только шорох. Сокровищница. Собрать. Жить. Все ресурсики собрали. Ну что, ребята, улучшить ратушу до 5 уровня. Так, а подожди, почему я не могу этого сделать? Повысить уровень ратуши до 5 уровня. А у меня-то всего лишь... Ну да, в принципе, до 5 уровня. Сколько он будет улучшаться? 6 часов. 6 часов требуется. Рудник. Пум-пум-пум-пум. Так, значит, эликсирка плюс рудник. Ну давай построим эликсирка плюс рудник. В общем, они как всегда, ребят, меня тут озадачивают. И проблема в том, что куда я это все поставлю. Ну сюда, может быть, еще что-то поместится. Дай-ка гляну. Эликсирка, значит, плюс рудник. И надо еще сделать, ребят, вот эту штуку. Так скажем, противовоздушку. Противовоздушку влепил. Рудник, да? Это по ресурсам уже. Рудник. Рудник можно, в принципе, и сюда поставить. Так, и мне надо еще, ребят, влепить эликсирку. Вопрос в том, что как я ее, блин,
Вот это мне придется тогда, получается, смещать здесь немножечко. Да господи, дай-то я здесь сдвину. Твою-то. Сюда поставим тогда эликсирку. Ну, раз требуется, ребята, требуются определенные условия. Так, эликсирочка. Пускай тогда стоит здесь. Ну что ты? Ну что ты? Эликсирку мы влепим здесь. Так, а, там же еще и эту нужно. Под защиту ловушка, короче. Ловушка у нас, вот она. Пружинная ловушка. Где тонко, там рвется обычно, да, ребята? Поэтому я фиг знает. Вот сюда ее поставим, предположим. Ну, две даже. Так, ратуша улучшить до 6 уровня. Так, это понятно. Так, друзья мои, напишите мне в следующих комментариях, что лучше нам сделать. Создать свой клан или вступить в какой-нибудь уже готовый. Меня уже приглашали, так что мне очень интересно будет ваше мнение. Так, это мы построили. Теперь ратушу же могу. 6 часов, ребята, будет она делаться. Так, ну а мы в свое время, наверное, можем позволить себе вот сюда рвануть, наверное, мне кажется. Давай посмотрим. Да. Блин, я стенобойщика не взял. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так, Рэй? Ну, без стенобойщика мы сейчас тут 3 часа с тобой будем елозиться. Ну, куда ты бежишь-то вперед, батьки? У него нету мортиры? У него, слава богу, здесь, друзья мои, мортиры нету. Ну куда вы пошли-то, ну? Ай, вы неуклюжие-то, а? Понятное дело, что варвары только умеют уничтожать постройки да там подобные. Но мне-то надо пушки, а их тут, извини меня, еще 3. Ну вот они уничтожат эту. Нам не хватает, ребята, именно силы, чтобы быстрее разобрать пушки. Там вроде бы как отвлекается, но видишь, они переключились уже на меня. Ну, я хотя бы одну звезду получил. У меня всего 2 великана, ребята. 2 пушки. Эта пушка пока нас не трогает. Все, один великан остался. Но эту пушку он забомбит, понятное дело. Но тут его похоронят дальше. Лучницы не справятся, друзья мои, с пушкой. Ни при каких условиях. Они просто подбегут. Во-первых, они начнут стрелять вот эту статую. То есть получается, что я этот этап не прошел, как всегда. Всего лишь не хватило, наверное, еще парочку ребят-великанов. И если бы у меня было бы, были бы стенобойщики, мы бы пробили с тобой бы стены, бы вот здесь, например, пробил бы здесь, и мы сразу бы могли атаковать пушки. Но так как я этого не сделал, вот теперь расплачивайся за это, Рейчик. Ну что же, на горьком опыте, как говорится, учишься. Зато в следующий раз я знаю точно, что надо брать стенобойщиков. Где-то штуки... Сколько штуки? 4. Да, пушка их быстро уносит. То есть статую не уничтожаю. Она здесь просто для красоты стоит. Я ведь все равно вернусь. Я вернусь. Да позже. Вот у нас сколько тут великанов вышло. Я не знаю даже сколько по количеству. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Блин, стенобойщика ни одного не было. Например, вот так. И вот так.
Так, а здесь у нас... Здесь гоблины, стенобойщиков нету. И я все равно попробую, друзья, взять эту нелепую крепость. Слушай, а уже другая какая-то. Нет, есть стенобойщик, друзья. Но у него две мортиры. Две мортиры, друзья мои. Да куда ж ты, блин, пьешь-то, ну? Почему? Куда он бежит-то? Ты, блин, сейчас серьезно? А гоблинов нафига мне столько? Так, у него остается сколько, ребята? Одна пушка. Но если мы сейчас эту быстренько с тобой завалим, вот эту вот, то, соответственно, с этой быстренько разберемся и... Раз, два, три. Четыре великана за глаза, ребят, чтобы разнести эту пушку. Смотри, смотри, гоблины такие довольные. Тырят, тырят, тырят эликсир. К сокровищнице побежали. Правильно, тырьте золото. Золото нам понадобится. Еще сокровищницу одну разберите. Ну и прекрасно, друзья мои. Тут остаются лишь домики. Единственное, что здесь, ну как бы плюс большой, ребята, что нету времени. То есть у нас безлимитка. Мы можем тут хоть до посинения ходить. И все это к чертовой бабушке разносить. Так, великаны сносят домики, тут остаются. Ну, тут, в принципе, все, ГГшечка, ребят. Гоблины улетели от катапульты. Кстати, да. Вот эти вот ловушки, катапульты, они, ребята, наших юнитов сразу выкидывают. В отличие от бомбы, которая просто отнимает здоровье. Шикардос. То, что доктор прописал. Да что ты будешь делать-то, а? Все со своим голосованием привязались ко мне. Проголосуй, проголосуй. Не хочу я ничего голосовать. Так, ладно, ребят, с этой деревней более-менее понятно. Но что мне делать с той? Вот с этой деревней что-то я никак не... Ее тоже нужно защищать или что? Волшебные предметы улучшить. 30 тысяч. Ага. А это еще что такое? Подбрасывающая ловушка? Ну, давай ее, я не знаю, ну вот здесь, например, поставим. Дом строителя нужно улучшать. Так, а смотри, здесь, ребят, немножко другие. Здесь, здесь и вышки какие-то другие. Военный лагерь. Но военный лагерь, понятно, что нам нужен будет. Вот поставлю его здесь. И тут всего один строитель. Да вы издеваетесь. Это же строитель, я так понимаю. Да, это строитель. И он тут всего лишь один. Защита. Двойная пушка. Башня лучниц. Я видел, там двойная пушка нужна. Блин, не хочется мне тратить самоцветы. А это что такое у нас? А, так, деревянная, так, лиги деревни строителя. А, это, по-моему, ребята, для лиги деревня. Чисто для лиги. Ну-ка. Угу. Обсерватория. Время улучшения 10 минут. И везде, блин, требуют работягу. Везде требуется работяга. Так, у меня здесь строители чем-нибудь заняты, а? Да, заняты. Делает противовоздушную оборону.
Мне бы хотелось бы, конечно, в бронзовую лигу перейти. Но мало ли что, мне хотелось бы. Мало ли что, Рэй, тебе хотелось бы. Много хочешь, мало получишь, как говорится. Пока вот так вот могу сделать. Так, по эликсиру фулл. Блин, работяги что ли все заняты? Раз. А, этот работяга наш, он туда? Блин, я думал, что там отдельно идет рабочая сила. Ага. Вся наша рабочая сила делится на два острова, оказывается. Непруха, а. Повысите уровень ратуши. Так уровень ратуши будет, блин, до опупения, ребят. Строится. Тут две... Сколько там времени у нас, по-моему, там 5 минут, да? 2 минуты. Ладно, я потерплю, потом мне надо будет... Слушай, по-моему, здесь немножко другие войска, друзья мои. Если посмотреть на мою деревню, ну да, как бы тут немножко другие войска. Там чисто, наверное, боевые. Я хрен его пока знает, ребят, не понимаю. Разберусь со временем. Но сейчас вот мне надо, чтобы у меня освободился мой рабочий. Так, можно улучшить стенобой. Так у меня элика дофигища. Пойти что ли пока... Дай-ка я подбор гляну. Так. Одна мортира. Одна мортира, пушка, ребята. Две пушки, да? Получается, раз, два. А, три пушки. Башня лучников. Эликсир есть, но эликсир мне, наверное, не нужен. Вот деньги, деньги, да, скорее всего. Может быть, промотать далее. Что видим здесь? Ничего хорошего мы не видим здесь. Ну, тут вообще не обсуждается. Слушай, вот тут вот... Казалось бы, что здесь денег много, но я что-то не уверен. Так, раз, два, две пушки. Короче, казна полупустая. Блин, ну... Ничего толкового что-то я не вижу, ребят. Все какие-то разрушенные. Тут вообще не о чем говорить. Ух ты, что это интересно у него такое? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, я могу, конечно, стереть его с лица земли, но... Вот, вот тут вот, наверное. Но эликсира мало. Хотя эликсир мне и не нужен, если честно. Мне нужны финансы. Это что? А что я тут так сделал? Блин, опять какие-то бомжи. Тут эликсира дофига, я смотрю. Но с голдой проблема. Ну мало же денег здесь. 100, вот 100% тебе говорю, здесь мало денег. И здесь вообще нету бомжи. Идет подбор противников. Ну давай здесь разнесем. Ну блин, ну неохота тратить армию такую на бомжовскую армию. Просто, ребят, согласись. А мне дают каких-то новичков. Ну видимо, потому что у меня у самого еще начальная лига. Может быть, из-за этого. Этого парня хорошо фармят, я смотрю. Судя по тому, сколько здесь могилок. Может, и мне быть не исключением.
Так, у него мортир я не вижу, ребят. А, нет, вот она. Мортирка у него на месте. Ну что? Так, он пошел на пушку. Блин, а вот это вот будет... Ага, лучницы переключились. И получается, что... А, у него еще башня лучников, ребят, есть. Да ты издеваешься, ну куда вы начали... Вы же стрель... Вот так нелепо сфейлиться, блин, ну это пипец просто, ну. Этим до стенки бы лишь бы добежать. Кто у меня там стрелял? Великан, ты серьезно? Придурочный, ты пошел сюда, блин, с какого ты перепуга сюда-то пошел? Да, конечно, ему, все, ему край, ребят, вон. Даже эту башню лучниц не забомбили. Ну как так-то? Как так можно было, блин? Столько великанов и просто сдулись. Просто, ребята, сдулись. И это, я считаю, несправедливо. Это надо мстить, мстя моя жестоко. В бой. Так, ну что, попробуем, ребята, здесь. Ага. Слушай, посмотри, какая у него башня лучников. Ну, эту фигню с собой разнесем. Наверное. Хотя башня какая-то здесь крепкая. Я не знаю, какого она уровня. О, смотри, как долго великаны ее бомбят. Как они ее долго бомбят. Я даже не уверен, что, наверное, мы здесь с тобой сможем ее завалить. Прикинь, она два выстрела делает, и все, у меня трупешник готов. Соответственно, по лучникам будет по одному выстрелу. Она еще и бомбит, хрен знает, за километр, блин. Ну, это, конечно, подстава, ребят. Я не знал про, по поводу этой башни, так что не надо на меня смотреть такими глазами. Типа, куда я сунулся? Я сам в шоке. Да никогда, ё-моё. Достану своими этими. Проголосуй, да, блин. Подожди, ну у меня работяга же должен освободиться. Чё он там делает, а? Скажи мне на этом острове, блин. Зашибись, он здесь. А вы хотите сказать, что... То есть они тупо забрали моего рабочего от... отсюда туда? Так, надо проверять. Чего? 120 эликсира нужно. 120 тысяч эликсира. Да какая стена? Какое улучшение стены? Пятнашка этих. Пятнашка этих. Два стенобойщика, ну и гоблинов.
штук пяток. Давай 15 и остатки. Улучшить, исследовать. Давай хотя бы сюда элик потратим, что ли. Пускай улучшается. Тоже 6 часов, ребята, будет клепаться, прикинь. Фига я весь элик потратил, блин. А лихо они перепрыгивают через забор. А враги так не могут, ребят. Что лучше-то? Через 6 часов зайдем в игру, ребята. У нас здесь будет другой уровень уже нашей ратуши. Путь вождя. Ратуша 4-го. Посмотрите в небо и помечтайте. Деревня строителя. Преодолеть штормовое море, чтобы узнать приключения. Так, воздушный шар. Воздушная оборона. Но это у нас... Воины кланов. Мне сказали, самое интересное будет, когда у тебя появится клан. Воины кланов, там будут армии что-то давать. Пока еще не очень представляю, как это будет выглядеть все. Ну, гоблинов атаковать надо. Да это издевательство. Да ну нафиг, две мортиры. Оу, ты посмотри, какая гром-пушка, ребят. Я даже боюсь представить, что она будет делать. Фига себе, там мортирушка стоит. Это лучница слишком быстро, очень быстро шмаляет. Вот тут, казалось бы, куча великанов, а толку, ребята, ноль. Как разносили их, как тряпку. Смотри, смотри, сейчас будет бомбить. Ну, на самом деле, я думал, будет больше урона. Я думал, будет больше урона. Но нет. Тем не менее, 7 великанов в труху. Ну, я не знаю, давай попробуем мортиру. Блин, до 5 уровня нужно прокачивать. Давай пока лучше. Да что ты будешь делать-то? Все строители заняты. В плане, на чем они заняты? Ну, один ратушу делает. А, все, я понял. Так, подожди, разве здесь строители? Здесь же он... А... Вот что я не увидел. Воздушная оборона. 2 часа 35 минут он будет строить эту воздушную оборону. Так, звездный бонус к 4. 2 дня 23 часа. Вперед к звездам. Ратуша 7 уровня. Тогда ты пойдешь вперед к звездам. А пока ты ничегошеньки здесь сделать не сможешь. Вот опять же, ребят, проблема. Вроде бы деньги есть в сокровищнице, все есть. Но твои работяги заняты, и все. И ничего ты, блин, сделать здесь не можешь. Где она? Где она, ребят, справедливость-то, а? И вот плохо, что когда ты идешь на кого-то в нападение, ты не можешь выбрать свою армию. То есть у тебя как автоматически тут накоплено, тех ты и берешь. То есть я не могу выложить, например, определенных бойцов и взять каких-то нужных мне. 335, блин, я до 400-ки фиг дойду сегодня. Это как и в Clash Royale, друзья мои. Я так я упал еще ниже плинтуса, короче, чем было до этого в сериях, как я вам говорил. Я не знаю.
Что за... Ну, невезуха, естественно. Кривые руки, блин. У меня аж прям такая апатия, что я даже очень сильно расстроен. Я не знаю. Все желание играть отбило. Блин, даже забор не могу улучшить, потому что на него нужен тоже один свободный строитель. Вот с этим островом мне не совсем, честно говоря, понятно. Это... На этот остров нападать, я так понимаю, не будут. Награда за оборону. Нет новых наград за оборону. Оборона проводится после каждой вашей атаки. Оборона. Нет, все-таки, значит, будут атаковать. Откроется воин, коварная лучница. Коварная лучница откроется воин. Не, ребята, все-таки здесь свой строитель. Так, требуется здание. Значит, башня, пушка. Значит, башня, пушка. Чистокол, да, получается? А это что такое, интересно, тут? Непонятно, то ли какая-то подбитая катапульта, то ли дозорная башня, не ясно пока. Сейчас 15 секунд подождем. Поставим эту фигню, я не знаю, сколько она тут будет делаться. Ну, молодец. Первая модель, а, или какая, передовая модель. Боевая машина разрушена, 900... тысяч эликсира. Но я тебе говорил, что это, по-моему, катапульт все-таки, ребят. Блин, 10 минут он будет тут вштрудивать. 15 тысяч эликсира. Время... Так, подожди. О! Открывает особую способность мантия. Невидимость для защитных сооружений на первые 3 секунды. На первый... А это великан же, ребят? Какой-то слишком... слишком ярый великан. Судя по его зловещей улыбке. Тренировать войска. То есть, получается, это как бы обычная лучница, только у нее на первые 3 секунды идет невидимость. Новое достижение. Передовая модель. Так, ну хлам я, естественно, удалить не могу. Значит, получается... Ну да, здесь получается своя сокровищница, своя... Свой сборочек эликсиров. Ну и, соответственно, это, наверное... Если это боевой лагерь, то, скорее всего, это клановский лагерь. То есть, если ты вступаешь в клан, то война кланов будет проходить именно из этой деревни. Потому что даже юниты, ребят, здесь немножко другие. Ну да. Тут боевые юниты. Там такие более лояльные, здесь как бы боевые. Вот они, лучницы. Ну блин, он будет 8 минут клепать. Здесь тоже нам пока здесь делать нечего. Блин, только через лодку что ли возвращаться? Нет что ли какого-нибудь здесь перехода? Быстрого, блин. Так, ну что, армия готова. Я не знаю, ребят, попробуем еще. Я просто хочу продвинуться дальше. Отлично. Прекрасно. Ну давай, 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 уничтожай.
Блин, ну как они много... Ломайте этот дурацкий забор. Пушка, блин, очнулась, ребят. Оу, ё-моё. Нет, ребят, тут надо больше армии брать. Ну что это? Друзья, это что сейчас было? Откуда взялись скелеты вражеские? Я что-то не догоняю или что? Откуда взялись вражеские скелеты? В объеме 2 штук. Нет, надо лагерь улучшать. Но 100 тысяч элика. Ограниченное количество с собой берем, и все, и ничего тут не сделаешь. Подожди, а... Разве вот это нам дает преимущество, сколько мы с тобой возьмем? Что-то я не совсем уверен, что вот если мы с тобой в лагерь... Мы в лагере можем просто больше содержать юнитов, а не брать с собой в этот... на атаку. По-моему, так. Слушай, а это что такое? Собрать. Какие-то сокровища лежали, которых я не видел раньше. Так. А это что такое у нас? Удалить. Удалить я не могу. Парень, ну 4 минуты 21 секунда. Ну что ты так долго клепаешь-то это все? Деревянная лига. В бой найти. Может, ребят, попробовать немножечко? Пушка есть? Нет у него, походу, дела ничего. А, вот же она. Ну, тут все как-то больно быстро, рьяно. И времени, по-моему, здесь намного меньше, ребят, дают. Прекрасно. 100% урона. И... Ага, нам надо 7 звезд получить. Что доступно на 6 уровне строителя подкрепления? То есть вы хотите сказать, что я не могу себе армию, что ли, закрепать? Что такое? Оборона не менее важна, чем нападение. Согласитесь, это справедливо. Каждая заработанная при обороне звезда приносит эликсир. Давайте соберем этот эликсир и пустим его в дело. Так, а мне бы понять, как тут вообще, ребята, идет. Смотрите, меня приглашают в клан. Напишите, друзья мои, создаем свой клан или вступаем в готовый уже. Ваше мнение, сами знаете, очень важно. Для нашей игры. Потому что если я буду создавать клан, ребята, ну, сами понимаете, я нубас пока в этой игре и... Ответственности очень много, и как бы лучше, может быть, в готовый зайти, чтобы тебя хотя бы научили каким-то там азам, я не знаю, там объяснили подробнее. Пишите свое мнение по этому поводу. Так, ну что, ребята, я, наверное, попробую еще разочек напасть на какую-нибудь деревушечку. Так, алиразы. Ну, здесь я вижу башню лучников. Башню лучников, я думаю, мы сейчас несем. Причем очень бы... Ой! Ой-ой-ой-ой, ребят, я пушку не увидел.
Она такая маленькая, что фиг ты ее увидишь. Блин, ну вот пока мы этим будем заниматься, нас тут разнесут, друзья мои. Хотя нет, все норм. В плане, я думал, что мы ее уничтожили. Так, остается только костер, да? 100%, друзья мои. Нифига себе, чувак, такой на боевом роботе. Из деревяшек. Прямой эфир. На вас напали. А ну-ка, дай-ка гляну. Ага. На меня напали, друзья мои. Это была незамедлительная ответка, да? Ну ничего, ничего. Ничего, друзья мои. Мы еще станцуем на их костях. Мне бы главное, чтобы... Что мы вообще делаем-то здесь? А, двойная пушка. Двойная. Вот, хотя бы хоть что-то, ребята, будет нас тут защищать. Двойная пушка, это тебе не ватрушка. Но тут требуется аспиратория второго уровня. А чтобы ее улучшить, 15 тысяч эликсира надо. Но эликсир у меня, слава богу, есть. Изучает тайны небес. Ладно, подождем. Не, ну с одной стороны это хорошо. Две деревни. Так, мужичок, иди, наверное. Сколько будешь улучшать ее? Время улучшения 10 минут. Мне нравится такой подход. А, так тут автоматически, ребят, не зависит, померли они, не померли, они все равно, ребята, в полном составе будут. Давай дальше. Так, меня здесь, ну-ка, подожди секунду, что там? А у него даже пушки нету. Нет, есть, что я свищу-то? Вот же она стоит. Прям передо мной, примехонько. А почему, ребята, у него здесь обычная пушка, а мне дают поставить двойную пушку? С чем это связано? И почему так? Я такой, знаешь, приборзевший уже. Просто всех тут нагибаю. Даже еще не в лиге, но всех нагибаю. Так, друзья мои, звездный бонус получен. Жить. В копилочку у меня прилетело. Ход атаки. Так, этот будет пока штудировать, да? Будет пока штудировать, а мы с тобой усилить героев, усилить армию. Вот что, например, надо, ну, для этого. Уровень казармы 3-го уровня, а у нас 2-го. Так, нам понадобится еще с тобой 10 частокола и башня лучников. Само собой, я могу только сделать это после 10 минут. Но башню лучников, наверное, было бы неплохо куда-нибудь сюда, наверное, поставить. Сколько стоит... Слушай, а тут строитель-то строится вообще? Ну, когда я в магазин зайду. Блин, тут только караульная какая-то есть. Мультимортира, нифига себе, наверное, бомбит в разные стороны, мне кажется. Это мультимортира. Так, ладно, здесь пока делается. Я пойду в наш. Слушай, друзья, а в чем суть? Там ареновский, а этот что, просто как бы проходить квесты? Так я понимаю. Пять часов, два часа. Ну что, попробуем, ребят? Блин, попробуем. Ну давай, наверное, просто на подборке. Мортиры плюс пушка.
И две боевые лучницы. Тут делать вообще ничего, все пусто. Та же самая беда. Ну, пустота, ребят, нету там ни элика, ничего. Тут вообще молчу. Не годится. Где казна? Ну, казна еще более-менее здесь. Ну, давай, может быть, элика с тобой натырим здесь, с легонцушки. Ой, ёпрасты, да? Опять лопуха дал, ребята. Опять мортиру не увидел. Ну как так-то? Ну, Рэй. Они эту стену задолбались бомбить, друзья мои. И у меня всего лишь один великан. Это против кого? А, тут еще, понятно. Поможем тогда нашим великанам с легонцушки разнести эту башню. Прекрасно. По-моему, больше нет боевых сооружений. Это говорит о том, что, может быть, ребята, мы успеем здесь все бомбануть. У нас 2 минуты почти в кармане, но... Великаны живучие, но по атаке они вообще ни о чем. Как ватники. А напал я на какого-то, я не знаю, там, индуса, по-моему. Так, замечательно. И последнее. Золотое хранилище у него мы разносим. Получаем 26 кубков, да? В плане, куда вы побежали-то? Понял. Вот эту пакость, ребята, кстати, очень часто применяют враги. Я не знаю для чего, наверное, именно для того, чтобы протянуть как можно больше времени. То есть, чтобы ты просто не успел элементарно забрать свой бонус. Но здесь в любом случае я получу. За 44 секунды я разнесу его на башню эту строителей. Так что пускай он не надеется ни на что. И награда будет в полном объеме. Как-то так. Нам нужно 400, да? 400. Ну что, давай, наверное... Слушай, подожди, а вот секунду, вопрос, ребята. Почему здесь 3 звезды, но еще нужно 2? А где еще 2 звездочки взять? И что такое тренировка? Ратуша 4 уровня. Вперед. Казните или нажмите так, развернуть войска. Вначале посмотреть надо. Так, мортира у него здесь. Ну, тут понятно, что стенобойщик. Но здесь надо сделать немножко хитрее, ребят. Чтобы он добежал, главное. Понятно. Так, тогда делаем так. И вот так. Хренушки он там взял. Да я вижу, что тут жесть какая-то. Как они долго, блин, бомбят эти здания, ну.
Опять же, тут нет, друзья мои, чего? Нету времени. Ну, стены мы эти сейчас задолбаемся пробивать. Лучница, наверное, всех загасит, блин. Потому что пока мы тут пробьем стену... То есть, я, насколько я понимаю, мы должны с тобой пройти эту гигантоманию. Или это не обязательно? Обучение это проходить обязательно или не стоит? Я пока не понял. Видишь, тренировка, гигантомания. Живой щит, горячая штучка. Ну, я не знаю, вот такой вот армии, которая здесь у нас сейчас в данный момент. А у меня тут всего лишь 3 великана. Можно, да, выбирать? Кого брать, кого не брать. Хрен с ним, давай посмотрим тут. Так, мортира, лучница, лучница, пушка. Тут маленькие какие-то эликсирчики. Тут то же самое почти. Тут все потрачено уже. То есть, вот. Вот, ребятушки, это, я думаю... Сжила золотая. Что у него тут? Только мортиры, пушка, лучница. А у меня 2 великана, блин. Крепкий забор у пацана. Да куда вы бежите-то, варвары, блин, вшивые? Все, по-моему, больше у него боевых сооружений нету, ребят. Разграбливаем по полной программе эту деревушку. И 32 кубка должно быть у нас в кармане. Единственное, что если он, конечно, не разбросал по углам свою фигню. Вроде как нету. Но времени мало остается у нас. Так. Домик строителя. Молодцы. Круши, ломай. Так, остались тут костер и... Все, тут уже ничего не осталось. Великолепно. Получен звездный бонус. Сокровищница, да, у нас тут? Что там у нас по армии? Ну, вот так вот сделаю. Ну что, ребят, давай еще разок кого-нибудь нахлобучим. С
сколько? 20 кубков, а мне нужно... Мне как раз 20 кубков-то и примерно и надо. Двадцать кубков. Пушка, пушка, башня лучниц. Ну, с 10 великанами я тут разнесу все, наверное, ему. Давай попробуем. Стенобойщики есть? Ну да. Ну куда вы побежали-то? Я хотел, чтобы ворота сломали. Вон, сломали. Опять, ребята, я лопухнулся с мортирой, а? Опять я ее, блин, не увидел. Ну да, тут ему кранты, ребят. Вот это плохо. Все. Что? Ну вы серьезно, блин, ну. Вот вам. Принципиально надо было пойти и бомбануть эту фиговину, блин, а? У меня времени, блин, ребята, 1,5 минуты на снос вот этого всего барахла. Так как великаны наши не отличаются умом и сообразительностью, блин, можно и не успеть. Минута. Что, скорее всего, и так и получится, ребят. Пятьдесят секунд. Так, у него остается сколько? Раза три здания, ребят. Слушай, а может получится? Может быть, успеем? Элджик. Грабим Элджика. Слушай, наверное, успеваем. Я про этот, ребят, совсем забыл. Но за 15 секунд, за 12 сможем, успеем? За 10, 9, 8, 7. Есть. Успел, друзья мои. Нам сказали, что все прошло великолепно. И мы с тобой переходим на следующий ранг. Но я, насколько понимаю, ребят, мало сюда попасть. Тут еще нужно удержаться, потому что когда ты проигрываешь, у тебя отнимают кубки. Соответственно, ты падаешь. Соответственно, нужно удерживать ранг. Не все так просто, как хотелось бы. Улучшить. А, у нее даже свои эти, свои охранники, что ли? У крепости клана. Вот оно что. Вот, ребят, смотрите. Теперь у нас 4 звезды. Нам еще одну звездочку нужно. Так, 5 часов, 2 часа здесь улучшаться. То есть долго, да, ждать придется? Поставил на улучшение. Тут все так заросло, что нам нужно... Че, высокую траву тоже надо убирать? Пипец, ну чего-чего, ну чтобы траву высокую. Так, мне надо еще было... Насколько я помню, чтобы ратушу улучшить...
Башня лучниц нужна. Стоит 12 тысяч. Ну, если я, например, ее поставлю сюда. Дальность действия. Ни о чем. Дальность действия у нее, конечно. Тысяч эликсира, чтобы улучшить. Деревянная. Потом идет глиняная. Лучшие игроки. Местные, глобальные. Midnight Bash. Так, друзья мои, я думаю, что, наверное, мы пока на сегодня... Эликсир-то ты мне отдашь? А, собрать. Я думаю, что мы на сегодня пока закончим, ребят. И так, вон, долго тут ждать эволюции. Единственное, что я, блин, оставляю почти с полной казной, с полной этой. Может быть, у меня и работяги даже нету. Чтобы потратить куда-то это. Вот кому-то, ребят, повезет, да, зайдет, а тут... вкусняшки-то сколько много. Надо быстренько этим воспользоваться. Конечно, обидно потерять все это. Готовить заклинания. Ну, пока на 5 уровне ратуши. Вот мы когда с тобой улучшим эту ратушу, у нас будут уже заклинашки. И там уже мы посмотрим, что к чему и почему и как. А на сегодня, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.